В этом году, 5 октября, наша солнечная Адыгея отмечает 25-летие со дня образования. Маленькая республика Адыгея объединила множество национальностей. За 25 лет республика достигла хороших результатов во всех областях. Главная задача – воспитать у подрастающего поколения желание и стремление сохранить традиции и обычаи. В канун праздника Дня Республики во всех образовательных учреждениях района прошли тематические вечера. Мы побывали в детском саду Мальмес Аула Кашихабль. В преддверии Дня Республики в нашем детском саду проводится смотр-конкурс «Моя малая родина Адыгея». Цель конкурса – активизировать интерес воспитанников к истории Республики Адыгея, развитие чувства патриотизма, творческого воображения детей и приобщение родителей к жизни детского сада. В ходе конкурса рассматривается слаженная работа воспитателей, детей и родителей. Сегодня вам будут представлены все наши работы. Пользуясь случаем, хочу поздравить с 25-летием образования Адыгеи всех сотрудников детского сада, родителей, жителей района, пожелать им здоровья, мира, благополучия, процветания и успехов во всех начинаниях. Солнце, кровь, степи, виноградники стеной, и садов другие ветви гнутся тяжести плодов. Золотой горбёк пшеница убран скоро за крома, и зеленым одеял козьим на поляне клон. Сердце радует душу красота кавказских гор. Водопады, скалы, рощи украшают край родной. И куда бы ни уехал, в Турцию или Китай, нет для нас земли роднее, чем цветущий отчий край. Наша прекрасная республика богата не только лесами, реками и чистыми родниками. Адыгея славится своими людьми-тружниками. Здесь живут люди добрые, гостеприимные, трудолюбивые. Всех радушно встречают и угощают. Вот и вам наше угощение. Кушайте на здоровье. Мама всякая насыпала, ты научила фото, но это и фото.